Банановый пирог, брауни или бисквит. Называйте как хотите, но для меня этот рецепт останется просто находкой всех времен. К нему я частенько прибегаю, когда хочется чего-то сладкого, но в то же время и полезного. И с каждым разом он получается все лучше и лучше. Сперва в отдельной емкости объедините все сухие ингредиенты. И здесь лучше взять миску побольше, позже поймете почему. К ним добавьте сахар, щепотку соли и снова перемешайте. Затем в отдельной емкости пробейте бананы блендером в пюре. Сбрызгивать лимонным соком не нужно. Туда же разбейте яйца и тщательно размешайте. Также на данном этапе можно добавить пару капель ванильного экстракта, после чего влить молоко с растительным маслом и снова объединить массу до однородности. Банановую основу влить в сухие ингредиенты и немного перемешать. Затем влить кипяток и быстро объединить все между собой, чтобы яйца не свернулись. Форму смазать сливочным маслом и аккуратно залить тесто. Немного встряхнуть форму по бокам, чтобы корж поднялся более-менее равномерно. Теперь можно отправить в разогретую духовку. Готовый бисквит оставить остывать, а в это время приготовим шоколадную глазурь. Для этого просто в сметану добавить сахар с какао и отправить на водяную баню, при этом периодически помешивая массу, пока глазурь не станет жидкой и однородной. Остается только разделить шоколадный пирог и украсить по своему усмотрению. Я полил сверху глазурью и положил шарик мороженого. Можно, конечно, обойтись без этого и сразу приступить к дегустации. Попробовав, я понял, что зря его приготовил, потому что это самое вкусное, что я только ел.